субботу в Самарской области переменная облачность, преимущественно без осадков, днем плюс 1, плюс 3 градуса, ночью минус 1, плюс 1. Ветер сильный, южный, 4-6, порывы до 15 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, днем плюс 2, в темное время суток плюс 1 градус, южный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, в дневное время плюс 1 и ночью 1 градус выше 0, южный ветер, скорость 7 метров в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 1, ночью 1 ниже 0, южный ветер 5 метров в секунду, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 57%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.